Так, идем. Опять у нас сегодня копчение у Олега. Производство. Как раз не угадали хорошо. Да, угадали. Не перепалили. В прошлый раз как ребра делали, чуть-чуть, мне кажется, перепалил. Огня было. Тут само то. Угу. Что-нибудь есть хорошее? Батька ничего не говорит. Батька ничего не заказывал. Ну, такие бочочки есть, тут кусочки. Типа вот. Це. Пузовинки там. А ну-ка. Ну, сними хоть что-нибудь какой-нибудь. О. Более-менее, да? Угу. Середина вот эта, видишь? Угу. Ну, уже я у тебя его возьму. Куплю. У меня весы есть. У тебя тут весов нет? Нет. Да ну куда тут еще с ними крайне? Сейчас. Ну тоже ничего. Тоже ничего. Угу. Так видишь. Угу. Есть только кусочка 4 можно убрать. Угу. Ну хорошо. Вот сей какой мы смотрели еще. Вот сей. Угу. Да, вот он мне понравился. Так, это где еще хорошие есть опции есть. Да нет, это следующий, это не да, это следующий. Сейчас еще один. Наверное, вот тут куплю. Угу. Это пузовинка. Это что? Ну это ж мясо. Да? Ну, это пузо. Ну зато тут. Зато там. Сейчас посмотрим, вот цей. Ну это тут, нет, это следующий. Вот тут. Ну тут еще, да. Не, это вообще вот не кажется. Вот тут два там, да. Да, два, хорошо, я возьму. А то что-то из этих. Да. Так, Мира у нас, он делает салат. Сегодня у нас будут шпикачки. Сегодня шпикачки? Угу. Ну шпикачки, значит шпикачки. Что на картошке? Картошка уже почется? Да нет, еще гуляш. Понятно. Грибочки у нас пошли, видите? Маслята, сыроежки. Грибы пришли. Ну, значит, с картошечкой сегодня Миша будет кушать. Угу. Мирочка уже у нас делает салатик. Все заняты, вот Мирочка делает салатик. Все свое, огурчики свои, помидорчики свои. И Мирочка нам помогает делать салатик. Надо было сладкий перчик. Или ты сладкий перчик не любишь? Да, люблю. Да. Я же говорю, вот бабушка только принесла помидоры и огурцы. Сейчас она собирается принесет, полезно. Угу. Молодец, хороший. Заложили картошечку. Будет печеная картошечка. Ага. Что будем дальше? Нам еще надо будет сардельки. Вот. Будем печь вот сарделечки такие сырые. Ага. Сейчас будем закладывать. Да. Картошечка вкусненькая будет, запеченная. Жар хороший. Да. Сейчас я замажу. Так, а пока картошечку посмотрим. Тут еще рядом огонечек. Он дает больше жара, быстрее картошечка приготовится, быстрее мы будем кушать. Так. Дедушка принес ножик. Сейчас будет разрезать сардельки и будет выкладывать. Сардельки вкусненькие будут.
Так вот дедушка выкладывает. Дедушка ложит последнюю сарделину. И будем... Понятно, что чей дедушка. И будем выкладывать, ложить все это, чтобы оно готовилось на угли. На углях. Дедушка все закрыл. Все. Сейчас будем класть. Все. А там под низом еще и картошечка лежит. Сардельки и картошечка. Ну все. Все. Всем приятного аппетита. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И не забывайте нажимать на колокольчик. А вот мы еще такие грибочки собрали. Хорошие, много. Сегодня 27 июля. Собрали грибы. Вкусненькие. Некоторые засолим. А другие заморозим. Пожарим. Вкусненько. Ладно, пойдемте глянем, что там у нас с нашими сардельками и картофелем. Одна сторона готова. Ну вот, одна сторона уже такая хорошенькая, красивенькая. Посмотрим. Картошечка уже, ну, наверное, еще чуть-чуть на этой стороне надо. Почти готова. Одна сторона уже такая вот хорошенькая. А другая еще чуть-чуть. Картошечка уже, наверное, почти готова. Не, еще пусть чуть-чуть. Да, пускай, пускай. Скоро будем снимать, садиться за стол. Да. Ну ладно. Ну что, вот наши сардельки подходят к концу. Уже приготовленные, да? Сейчас будем их доставать и выкладывать в тарелочку. А где тарелочка? А мы туда пойдем. А, сюда мы пошли. Бери. Какой запах, вкусняшка. Да, доставай тарелку. Да, ну ты сюда поставил. Стою, думаю, когда отойдет. Так я ж не знаю, сколько ты будешь ждать. А чего ждать? Под дверь поставил тарелку. Красота. Сейчас еще пойдем за картофелем, да? Да. Вкусняшка. Приятного аппетита. Ну так, наша картошечка уже тоже подошла к концу. Да. Будем ее сейчас доставать. Горячая. Мягкая? Угу. Ну, сейчас все приготовилось. Жар хороший. Угу. Вкусненькая. Уже кушать хочет, да. Сейчас слюнкой сою и извожусь. Да, девушка? Наверное. Да. Сырая, может, потом еще такие. Не так вроде ничего. Да, должна быть уже хорошая. Вот это хорошая, мягенькая. Вот с ее я ими возьму. Чтоб скушать. Если она хорошая. Забыть. Да, я думаю, не забудем. Чуть-чуть. Ну, пускай чуть-чуть. Всё. Еще одна.
Все, нету больше. Еще одна осталась и все. А сейчас немножко приготовиться. Все, включай. Вот наш стол красивенький. Арбузик. Так, салатик. Сардельки, персики. Вкусняшка. Пойдем посмотрим, как там дела с картошкой. Оказалось, что наша картошечка немножко сыровата. Мы ее кинули еще раз запекаться. Ага. Теперь она стала помягче и повкуснее так. Теперь уже можно кушать. Так. Сейчас достанем картошечку и понесем ее на стол и будем кушать. Угу. Еще раз покажу стол. Тут картошечка, сардельки, салатик, так, персик, зеленушка. Персики сами вырастили. Арбузик. Вкусняшка. Ну все, приятного аппетита. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забывайте ставить колокольчик.